Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-энциклопедия от A до Z. И сегодня мы узнаем о группе Band. На протяжении 6 лет, а именно с 1968 по 1975 год, The Band были одной из наиболее популярных и влиятельных рок-групп, чья музыка рассматривалась столь же серьезно, как творения Rolling Stones и Beatles. А началось все в 1958, когда рок-н-ролльщик из Арканзаса Ронни Хокинс стал набирать себе сопровождающий состав. Одним из первых его соратников был барабанщик Ливан Хелм, а вместе с ним пришли и некоторые другие музыканты. Ронни Хокинс и The Hawks гастролировали сначала по штатам, но затем перебрались в Канаду, где было гораздо легче зарабатывать денежки. Спустя некоторое время янки стали покидать ряды The Hawks, а освобождающиеся места занимали канадцы. Таким образом, в составе группы оказались Робби Робертсон – гитара, Ричард Мануэл – клавишные, Рик Данко – бас и Гарт Хадсон – клавишные. 4 года Ронни Хокинс и The Hawks стяжали себе славу, а сам Хокинс стал чем-то вроде канадского Элвиса. К сожалению, Ронни оказался слишком эгоцентричным парнем, и в 1963 году Хокс ушли от него. Бразды правления взял в свои руки Хелм, и коллектив продолжал существовать как самостоятельная единица, работая под вывесками Levon and the Hawks и Canadian Squires. В 1965 году случай свел музыкантов с Бобом Диланом, и тот предложил им сотрудничество. Сначала группа сопровождала американского фолкера в его туре 1966 года, а потом Боб помог записать команде, переименовавшейся в The Band, ее первый альбом. Вышедший летом 1968-го Music from Big Pink представлял собой интересную смесь фолк-рока, кантри, госпела и ритм-блюза с небольшим психоделическим налетом. Авторами всех композиций являлись Робертсон, Мэнуэл, Дилан и Данко, в то время как вокальные обязанности были поделены между Риком, Ливаном и Ричардом. Пластинка поначалу раскупалась слабовато, но со временем ассоциации с Диланом сделали свое дело и продажи стали расти. В сентябре 1969-го вышел второй лонгплей, озаглавленный просто The Band и по качеству не уступавший своему предшественнику. К тому времени ансамбль стал выползать из тени могучего Боба и обретать настоящую самостоятельность. Этому способствовали такие вещи, как Up on Cripple Creek и The Night They Drove Old Dixie Down, благодаря которым команду пригласили на шоу Эда Салливана. Популярность The Band неуклонно росла, но внимание публики и прессы сосредотачивалось в основном на Робби Робертсоне, являвшемся теперь основным автором песен. Такое положение дел, обострявшееся напряженными гастролями, не могло не сказаться на отношениях в коллективе. Впрочем, третья работа, Stage Fright, все равно оказалась великолепна, и продажи альбома шли успешно. У музыкантов завелись излишки денег, которые они предпочитали тратить на наркотики. И если поначалу в ходу была только марихуана, то позже в ассортименте появились и более серьезные вещи. После менее удачной программы Kahoots, The Band решили сделать перерыв в студийной работе, ограничившись выпуском концертника Rock of Ages. В 1973-м музыканты вместо полноценного нового альбома записали сборник ранних рок-н-ролльных и ритм-блюзовых номеров, исполнявшихся еще во времена Hawks. Пластинка Moondog Martini получилась невыразительной и сопутствующего тура не последовало. Гастроли состоялись только на следующий год, да и то ансамбль вновь сопровождал Дилана, а перед этим музыканты помогали Бобу записывать Planet Waves. Лишь в 1975-м The Band несколько реабилитировали себя с выпуском Northern Lights – Southern Cross, достаточно качественного альбома, снискавшего похвалу критиков, но продававшегося все-таки неважно. Так или иначе, дело неизбежно двигалось к распаду, поскольку на первый план практически у всех музыкантов выдвинулись личные интересы. В 1976-м состоялось прощальное турне, а альбом Islands стал всего лишь исполнением обязательств перед лейблом. Когда вышел зальник The Last Waltz, команда уже фактически не функционировала. В середине 80-х четверо оригинальных участников группы за минусом Робертсона возобновили гастрольную деятельность, а весной 1986-го на почве алкоголизма покончил с собой Мэнуэл.
Тем не менее, The Band продолжали концертировать и дальше, а в 1989-м очутились в канадском зале славы музыки. Выпущенный после длительного перерыва альбом Джерика публика встретила достаточно тепло, однако отсутствие главного сонграйтера Робби заставляло команду использовать заимствованные вещи. На каверах строился и студийник High on the Hog, а на Jubilation музыканты подналегли на оригинальный материал, но обе последних работы пользовались уже меньшим спросом. В 1999-м скончался Данко, и его смерть послужила поводом для окончательного распуска команды. Любопытный факт. В 1997 году музыканты из The Band приняли участие в записи альбома Бориса Гребенщикова «Лилит».